А я иду и иду на работу в пиццерию. Привет, дорогие друзья, с вами Дима Скромник, я и она, Чехов, Вилдвольд, Даня Вайт, пацаны, поздоровайтесь. Всем пока. Всем привет. Здравствуйте. Я когда говорю в начале ваши имена, я чувствую себя каким-то, знаете, когда в начале фильма субтитры-то говорят, в главных ролях Джон Коннор. Сегодня у нас очень классная рубрика «Аниматроники пугают охранника». Как всегда, я буду брать разных аниматроников, включать разные анимации. Сегодня у нас будет два режима, как я обещал. Когда будет в пиццерии гореть свет, я буду добрым. Но когда свет будет выключаться, я буду вставать злым вот таким вот. Сейчас. И всех мочить. Но это не точно. А, я не могу. Всех мочить. Если Петю кушать, приятного аппетита, а мы начинаем. Давайте покажу фишку этой карты. Смотрите, когда вы находитесь внутри, вы не видите, что она там снаружи. Обратите внимание, ничего не видно. Надо только включить свет, да, я так понимаю? Да, только свет. Да. Так, вот, включаете свет, видно. А я, аниматроник, с этой стороны вижу все. А ну-ка, откройте калитку. Вот, я вижу. Это очень крутая фишка, мы эту карту добавим в коллекцию. Эта музыка радостная, когда он добрый, радостная музыка играет, все весело, хорошо, пицца. Все танцуют, радуются. Я хочу пиццу. Какая ты пицца? Ты не пройдешь. Так, какие еще у него есть анимации? Я пока что танцую. Вот такая музыка есть. Так, у него есть еще один режим. Так, это что за режим у него? Он злой? Нет, это он пока что злой. А, предзлой, предзлое состояние. Да. Ходим, но никого не мочим. Пацаны должны быть всегда наготове. Только выключится свет, все, кто будет не в офисе, я буду мочить. Моментально. Пока ходим, веселимся. А какой звук в этом режиме? Да, о, уже звук другой. Это знаете, как будто его подглючивает немножко, и уже сбой идет программы. Скайнет уже внутри в меня. Ты как пьяный идешь, понимаешь? Або я не знаю почему, что со мной? Мне плохо, наверное, на душе. О нет. Так, а ну еще у нас какой режим есть? Давайте все в комнату охраны. Давай. О, это я... О, я микрофон бросил. Все, у меня сбой программы. Свет отключился, я бегу. О нет. Я бегу. Закройте дверь, нет. Успели. Я успел закрыть. Так, бежим сюда. О нет! Не успели! Круто! Так. Все! Закрывайте! Электричество закончилось! Электричества нет! Не электричество? А я добрый! У меня режим сбился. Хорошо. Придется прятаться. Но вы смотрите внимательно за моим режимом, я могу всегда сбой дать. Окей. Я испугался немного. Ой, идет сбой. О нет. Бегите в комнату. Ваша цель спуститься в подвал и включить кнопку, да, там нажать? Наверное. И у вас появится энергия, давайте я пойду за вас нажму. Давай я да нажму. Что у меня глючит какой-то аниматроник. Давайте Чика возьмем. О, Чика тоже нормальная. Что за зомби? О, я вот такой звук могу конченый издавать. А ну-ка проверяйте, заработало все у вас? Да. Тут очень темно, надо свет подрубить пацанам. О, и свет включился. Все, Чика пошла, добрая. Димас, ты такой пьяный. Да что она ходит, как конченая? А я иду и иду на работу в пиццерию. Я добрый, просто ты мне мешал ходить. Так, какой еще режим есть? О! Я не могу быстро бегать только. Как маньяк идешь просто. А у меня глаза кончены, да, смотрится? Ну, у тебя башка трясется, да. Да иди ты. Не возле меня нельзя ходить, я же злой. Точно, я же забыл. Сбой программы, обратите внимание. Все, я выключился.
Меня до сих пор не убил. Не убил тебя до сих пор? Да. А вы знаете, что у нас есть очень злой аниматроник? Привет. А, я сейчас когда он подтвердак. Я дамажу, я же вижу, что я дамажу. Получай. Вы убили брата моего? Да. А-а-а, хорошо, все, я иду, ждите меня. Я иду, я очень разозлился сильно. Ой. И меня. У нас же есть вообще прям жесткие аниматроники. Сейчас покажу. Сейчас. Вот. Ой. Убили. Это бан. Опа! Никаких звуков, ничего не издаю. Включаюсь. Кто дверь закрыл? Дверь откройте, быстро. Закрывай. Так, я не понял, какие-то у него режимы странные очень. Так, это он выключенный. Это он включается, энергия идет. Отлично. Еще разные режимы, надо привыкнуть к ним. Мы редко этих аниматроников берем, надо их изучать. Так, короче, я пошел. Первый режим он садится, второй режим он там что-то агрессирует, а потом еще что-то. Ты меня понял. Так, у этого вообще режимов нету никаких. Вот у нас есть челик, который классные звуки. Ах ты! Иди сюда! Это что, прошли ночь? Выиграли. Да как? Ой! Да не может быть, что вы выиграли! Еще время! Не прошло! Я еще должен вас убить много раз! Мы выжили! А, вы же меня не видите с этой стороны. На. Я помог. Пушку дал. Вот, о, теперь видите. Теперь не. Кто будет дверь открывать, я буду мочить. Нет, иди. Давай, кто еще? Энергию выключили. Бей, снимался быстро. Нету на аниматронике. Какую энергию? Я в стене, пацаны! Помогите, кричит. Слышите на русском? Да. Зря вы по мне стреляете. Сейчас у меня анимация пройдет, и вам жопа. Убегаем. Да, ждите, пока я анимация пройдет. Все. Вот это жесть, он кричит. Все, сдох. А что дальше? Я просто лежать как дурачок буду? На пробел, либо на Эрнер. О, спасибо за советик. С добрым утром. Вот это звук классный, когда он стоят. Да ну что? Не найдешь. Я пошел. У тебя так еще а теперь я удаляю свет на карте. И иду включать ночной режим. Готовьтесь. Только я дойду и выключу свет, вам всем жопа. А я могу быстро бегать. Все. Откройте дверь. Откройте. А откуда свет падает? Даже этот свет, он откуда-то идет. А, разработчик сделал, что они полностью темно. А, это может из-за генератора. Да. Может быть. А генератор как должен сесть? Со временем, а, да? О, должна быть энергия у нас закончена. Не надо тут нам ходить. Выключаем свет. Знаете что, аниматроник? У него есть ночной режим. Мы знаем. Знаете? Да. Эй, ты что тут ходишь? Хотя, мне кажется, на этой карте ночной режим надо подрубать. Плохо, но видно. Ты чё, по кому стреляешь? Ого. Сеттингс. Ночной режим активирован успешно. Во, ночной режим подрубил. Ты чё? А теперь я буду вас держать всех в офисе. Никто, кто выйдет с офиса, буду мочить. Димас, а я не в офисе, я-то живой. Иди я ты, Димас. Я спрятался. Тут в этой карте особо не спрячешься. Ты уверен? Не, ай! Как?
Отлично, отлично, мне нравится играть. Спринтрап, как всегда, очень быстрый. Димас, я там, где генератор находится. И тебя не вижу, ты врешь. Димас, ты выживешь? В смысле выживешь? Я всех убью сейчас. Ну, иди сюда. Эй, жизни быстро тратятся. Ну, ого! Ты своих мочишь. Нельзя своих мочить? Так, давайте посмотрим, что у меня там. Ага, ночной режим активирован. Давайте возьмем другого аниматроника, я буду повыше немножко. Так, кто у нас? О, я возьму, знаете кого? Тех, кто кидает скримеры. Нет. Нет, не надо. Да, так, надо, это... надо. Я вылажу. Все, кушать. Ну-ну-ну-ну, сейчас анимация пройдет вроде бы. Вот, ой, вылез, вылез, вылез. Потихонечку, ой, вылазим. Все, Чика вырвалась на свободу. Ай, попал все равно, ой, ой, умер. Эй, я гранатой не могу пройти, сейчас граната кончится, я пройду. Так, так, так. Как будто в красной двери где-то застрял. Ну? Я иду. Нет, не иди, пожалуйста, пацаны все в охрану. Ай, 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 больно. Я всем буду кидать скримеры. Ну мне это не кин. Так, дальше бежим. Покидал скримеры всем? Нет. Ты чё? Бежим. Ночной режим... Этот, я невидимкой стал, ребята, они меня не видят. Это, кстати, план. От первого лица прикольно играть ночью с ночным режимом. А, ночной режимом. Что? Эй, вы где? Давайте, а найдите тебя... меня. Видно меня, не? Я тебя вижу. Не. Эй, ты своего убил. Да, я застрял. Вот, нычка классная, прощай. Сидел за нычкой, ты чё? Это я только крысятничаю так, как ты. Все, давайте, стал видимым. Попробуйте меня убить. 5000 жизни. Можно использовать оружку. Я свет включу. Бомбу надо взорвать. Ты заморозил своего. А, может тебя убивать? Да, 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 да. А, Димас, хочешь самую мощную? Hello. 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 Hi. Ну а что ты хотел? Нельзя мне под ноги попадаться. Ух ты! Вот это раздуплейшн. Так, как же... Чё, Дима, выживаешь, да? Да-да-да, меня дамажит очень сильно. Ого, базукой стреляют! Вы сейчас меня убьете так, осторожно, я ж там на нычку сижу в уголочку. Да. Ого, жахнуло как. Почему тебя не убил? Я живой, я живой. У меня жизни осталось 3800. Фига ты меня убил. Офигеть, ты навонял тут. Умри, Дима. Я тебя убиваю. Классно, что в пиццерии ночь. И ничего не видно, только с ночным режимом можно выжить. Кроме безумца. Ого, вы меня кидаете гранатами. У меня осталось 500 жизней. А ты в той же комнате? Не, я уже в другой, я уже давно в другой, я пошутил, что я там. Ты когда стрелял базука, меня уже там не было. А ты ж. Ставьте лайкосик, подписывайтесь на канал, ролики выходят каждый день. Я знаешь, где я тебе подскажу? Где? Я там, где место Фокси. А, я знаю. Ой. Ой, блин, говно заморозил. Еще в такой конченной позе. Эй, я валю. Ай! А где ты, где? Я тут, я тут, я тут. Ля-ля-ля-ля-ля. Ты не попадешь по мне никогда. Я знаю, ты прям передо мной, я чувствую. Нет, телефон. Давай, оставай, видно. Видно меня? Нет. А так? Нет. Ух ты, моментальная смерть. Только показался на секундочку. И я, друзья, что ж, если понравилась эта серия, вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, комментируйте, ставьте в ВКонтакте. Ну а всем отличного настроения и всем пока.